Меня он в окне без рамки не хочет делаться. Все, отлично. Игра, продолжить. Мы там немного покопались, немного поломали всякого всего, но... Ой, покопались, блин. Что мы делали? Я не помню, что мы делали последний раз. А, мы пару вещей... Сэм, я пришел в... Перемещаемся на это место и пофиг. Я печален. Я. Да, но я нашел записку. Они встречаются через пару дней. Это важно. Тогда список будет у них. Я снова счастлив. Сейчас я должен сделать одну работу для Хойта. Пойдешь со мной за компанию? Да. Вундерба! Встречаемся на плантации. Мне нужно кое с чем разобраться. Хорошо. Так, что продать? Быстро продажа, нафиг продаем все. Ни хрена у нас нету, да? Hello. Подождите. Просмотры, боты, всякое такое. За это идет бан. Прости. Это идет бан сразу. Все, прости. Мне никакие баны не нужны. Так, мне нужно сейчас. Муровую винтовку мне надо. Вот, мне нужна вот эта вот. А вот расширение мне нужен. И вот такой без, да. Экипировать вместо вот этого. Ну что у нас? А, да, это все правильно. РПГ нафиг нам не надо. Карты. И не думаю, что нам нужны карты. Тень. Но у меня денег на него нету. Дробовик мне тоже не нужен. Пистолет, пулеметы. Вектор, да ну. Не, ну вектор хороший, если надо будет, но нам он не нужен. О, боеприпасы. Да. Все. Так, нам нужен... А, где локация там будет? Здание вообще там. Пошли сначала на это тогда. Точку. А тачки у нас один фиг нету. Тихо. Тихо. Я аптечки не купил, черт. Ладно, пофиг. Разберемся как-то без аптечек, без ничего, будет все в порядке. А мы аптечки не можем скрафтить. Рюкзак, блин, создание предметов. Не, зеленый лист, ладно. О, два навыка есть, отлично. Да, этот звучит навык. Заодно сохранимся сразу.
Что-то тут мало людей. Да полюбаться там видите еще люди да есть. Где-то там вот. Интересно, да, было спокойная, легкая битва. Единственное, что я накосячил, это я некрасиво спрыгнул. Ну это ладно, бывает. А если бы меня сбили? Ладно, пошли сюда, сделаем сразу. Сим-сим, откройся. Нет, мы идем сейчас назад, а не вот сюда вот. Пуль, фантомет есть, лук. Все, перезарядка есть, все отлично, мы идем дальше воевать. Привет, чувак. Ты кто? Пираты напали на плантации Хойта и заминировали поля. Нужно обезвредить мины. Ладно. Готов? Угу. Блицкриг! Серьезно? Серьезно? Здесь был бой. Я. Хойт пошлет своих псов убрать дела. Я разрежу мину. Прикрой. Это мина? Какой нахрен оставайся рядом со мной? Тут горит он весь. Есть. Готово. Вперед. Нихрена себе готово, блин. Тут огонь везде. Готово у него. Может, никуда не пойдем, друг? Время против нас. Время не против нас. Против нас огонь. Они на складе! Защищать бомбу! Еще одна! Прикрой!
лезь по лестнице на крышу. Зачем? Ты мой говнюк! Офигенно, блин. Отлично, молодцы. Надо идти. Да без проблем. Была бы хилка еще. Где? А, вот снайпер. Их еще найти, блин, сначала надо. Мало времени. Да нормально времени, не ной. Ух, ты выиграл, блин, я тут только расстреливаю, он выиграл, блин. Я скажу Хойту, что ты работал со мной. Под маслом босса, я? Но у меня нет списка. Я о списке. Меня осенило, где он может быть. В заброшенном поселке в ущелье. Ладно, проверю. Не забудь заснять виновников. Как обычно. Пасть врага. Куда идем? Угу. Там хоть все поближе есть. Это вещь для 59. Маловато, конечно, ну ладно. Ой, мне же надо, значит, не навык. Мне тоже фигня не нужна. Мне нужно создание предметов. Шкура черной пантеры. Топиры надо найти. Да пофиг на топиры уже. Спецстрелы, разрывные, гранатные. А чё, тачки нету, да? Фига бежать. Ну, маловато. А там через воду, да ну. Давай быстрее, 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 беги, беги. Мы умеем так делать. Еще бегом бежит. Вот это место. Надо сделать снимки главарей.
Подойди или прилететь. Подойти. Блин, птица. Чтобы сохранить прикрытие, не совершайте агрессивных действий. Окей. Не волнует, сколько целей ты видишь. Не открывай огонь, пока я не скажу. Окей. Я тут, чтобы убивать. Черт, ты че, не врубаешься? Мне платят за то, чтобы я убивал. Здесь не фонд бескорыстной помощи. Да пофиг. Просто мы сейчас спокойно будем проходить как ниндзя. Там мы тут так-то можно по-тихому всякого чик-чик-чик перебивать. Ну зачем нам это делать, если мы можем спокойно уйти? Это приятно. Это приятно. Отсюда все будет видно. Серьезно? Ужас. Ладно. Отсюда все будет видно. Угу. О, нифига себе, они что-то тут планируют делать. Угу. Вот этот список. Я заберу его. Надо найти взрывчатку, а то грузовик уйдет. Песок с водой. Песок с водой. Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь. Черт! И почему приходится спать в этой дыре? Черт, их нужно остановить! Я иду по твою душу! Я врублю сирену! Мне на месте! Эй! Офигенно, блин. Ладно, план Б. Вот этот список. Офигенно. Надо найти взрывчатку, а то грузовик уйдет. Ладно, план Б, значит. Граната!
Да ёпрос, надо сразу... Это издевательство, что ли? Как мы сейчас это все сделаем вдвоем? Надо две РПГшки пустить. Убить с переднего, убить двух задних, а еще и там расстрелять. Я заберу его. Ладно. Надо найти взрывчатку, а то грузовик уйдет. Знаешь, что у меня есть идея какая прикольная? Черт, их нужно остановить! Да, ни хрена граната не получилась. Ладно, план Б. Короче, две РПГшку пускаем. Вот этот список. Я заберу его. Быстрее, давай, бежали. Надо найти взрывчатку, а то грузовик уйдет. Да ни хера он не уйдет. Подожди, подожди, дай перезагрузить. Что, чисто? Все чисто и спокойно, как и планировалось. Так тихо надо было их всех убить. Ну не сказал бы, что тут прям тихо было. Надо было хорошо спать. Нафига? Почему он не может просто деньги взять тоже нормально? Как же я соскучился по стрельбе. Давай перезарядись. Где меня сейчас засветили? А если бы я сейчас упал, было бы еще прикольнее. Да быстрее, давай быстрее, а. Главное, не сгори тут, а. Подожди, дай перезагрузить, подожди. Чё вы тут опять забыли? Чё вы тут начали стрелять? Всё, пошли дальше. Тут контейнеры грабим, пошли дальше. Кто ещё меня захочет пострелять? Где? Кто еще хочет пострелять?
Денежки, патрошки. Аешки. Все. Давайте, следующие. Кто еще хочет пострелять? Занимаю позицию, прикройте меня! Подбежал! Я тебя не вижу. Ты-то меня видишь, а я-то тебя нет. Стрелять тут, блин, начал меня. Ты подождать не мог, когда я тут закончу со всеми? А, ну погнали, погнали, погнали. Иду в укрытие! Плохи дела, пора отсюда сваливать. Полиция, что там стоит? Подвали! Бегу в пулемёту! Конечно, вариант был другой у меня, но пофиг. Главное, что этот план сработал. Я должен был нормально спрыгнуть, а не как криво, как обычно. Нормально. Бывало и хуже. Да-да, и все. А, ну ладно. Ушел. Ушел максимально просто и... Да, отлично. Сэм, готово. Я достал список. Гуд, я скажу Хойту. Готовься к рандеву. Войди в роль и ожидай у ворот его дома. Тут надо открыть... А, тут прям вообще дофига... Ой, ой.